очередной вебинар. Хочу сказать, что в Ялте мы завершили ялтинскую так называемую неделю. Это мы вторник, среду проводили курсы повышения квалификации, внеплановый модуль, очный модуль. Видеозаписи уже выложены, можете познакомиться с ними, в ближайшее время будет и фотоотчет. И выложим мы уже буквально завтра утром видеозаписи нашей семинарской части, это четверг и пятница. Там большое внимание было уделено разработке адаптационных образовательных программ. Вот, поэтому кто смог, принял участие, кто смог, смотрел трансляцию, где-то регулярно трансляцию смотрело примерно 25-30 человек. Вот, ну, с видеозаписями можете познакомиться и, может быть, что-то вам будет полезным. На следующей неделе я хочу напомнить, что 29-го у нас заканчивается повышение квалификации, что мы 29-го уже оформляем приказ ректора о зачислении, не зачислении, прошу прощения, о выдаче сертификатов, и примерно в течение 10 дней мы оформим сертификаты. Будем думать, как их достать, мы их отсканируем, и первый вариант, сканированный вариант, отошлем, кто в Москве, тот сможет потом забрать в Москве, кто нет, будем думать, как отправить, может быть, по почте. Или когда-нибудь еще приедете. Кроме того, в июне у нас примерно 24, 5 и 6 планируется четвертый семинар по проблеме непрерывности образования лиц ОВЗ. Может быть, кто-то сможет приехать на наш этот очередной семинар и сможете тогда получить так. Ну, будем обсуждать. Будет регистрационная форма, где вы укажете, в каком формате вам лучше будет получить сертификат. До получения сертификата у нас еще море мероприятий за две эти недели. Сегодня мы будем рассматривать вопросы психологической реабилитации. Завтра профессор Пряжникова Елена Юрьевна будет рассматривать вопросы личностно-профессиональных качеств, необходимых для работы с педагогами. Профессор Елена Юрьевна Пряжникова является специалистом в области психологии труда, очень много лет работает с нашими студентами, ведет курс ведения в профессию, ведет курсы личностно-профессиональное самоопределение, психология труда, поэтому на этой теме и очень много ведет наших студентов по курсовым работам и выпускным работам. Поэтому хорошо знаете и специфику работы со студентами, и специфику работы самого преподавателя. Поэтому завтра в 2 часа мы решили сделать, кто сможет принимать участие, будет видеозапись из всех наших вебинаров, поэтому сможете как раз и ознакомиться. Дальше в воскресенье мы планируем, Петр, немножко потише, понедельник, в следующее воскресенье мы планируем очень интересный вебинар с тремя нашими коллегами незрячими. Это Марина Рощина из Нижнего Вартовска, Нижнего Новгорода, из университета Лобачевского, Циндыба Бойко, на аспирант педагогического факультета МГУ, и Егоров Пантелеймон Романович, руководитель центра, специализированного центра по разработке компьютеризированных программ для незрячих Якутского, сейчас Северо-Восточного университета. Вот. Они будут втроем обсуждать проблему инклюзивного образования лиц незрячих лиц. Вот такая. И следующий понедельник и вторник у нас будут обсуждаться проблемы жизнестойкости лиц ОВЗ. И как это уже забыл. Подведем итоги мы 28-го в 2 часа. Обсудим, что получилось, что не получилось, какие пожелания. Мы даже после окончания программы повышения квалификации обязательно продолжим наше общение в разных форматах. Мы также сегодня принимали защиту курсовых работ наших студентов, вторых уже курсовых работ, и мы решили сделать, давно хотели, в принципе, на основе защиты курсовых работ сделать студенческую научно-практическую
студенческую конференцию, чтобы наши студенты выступали, вы могли посмотреть, как они выступают, какие их темы исследования, какие исследования проводят и тому подобное. Не исключено, что кто-то из других вузов может подключиться, и мы сделаем межвузовскую конференцию. Нам давно хотелось провести межвузовскую конференцию, но сперва откликнулся только один вуз, один университет, поэтому не инициировали. Сейчас посмотрим, может быть, кто-то еще откликнется, и мы подключим студентов еще других вузов в этих целях. Вот, то, но после окончания тоже программ повышения квалификации мы будем проводить вебинары, обсуждение различных аспектов инклюзивного образования. В Ялте ряд наших коллег попросили продолжить обсуждение программ разработки адаптационных образовательных программ, эту проблему, примеры какие разработать и прислать по этому вебинарскому формату. Мы будем продолжать эту проблему. У нас есть идея пригласить в студию студентов и провести вебинар дистанционного обучения глазами студентов с инвалидностью, может быть, дистанционное обучение глазами преподавателей, ну и так далее. Если кто-то еще предложит свои проблематики, свои темы, мы будем рады. Как вы знаете, у нас Белозеров Сергей готов к проведению своего вебинара, и Рославцева Елена Ивановна. Мы в ближайшее время спланируем, так как уже после Ялты вернулись и уже обновляем вебинарскую программу. Вот, у нас будет много разных мероприятий. Сегодня, к сожалению, Щербакова Анна Михайловна, наш преподаватель, не смогла принять участие, поэтому мы попросили преподавателя нашей кафедры, Одинцову Марию Антоновну, профессора нашего факультета, нашей кафедры психологии и педагогии дистанционного обучения, провести вебинар по психологической реабилитации. У нас есть соответствующий курс, который ведет Мария Антоновна. Кроме того, на следующей неделе мы запланировали еще вебинар по жизнестойкости. Как я уже не один раз говорю, Мария Антоновна занимается проблематикой психологии жертвы, виктимологии. Вот, и самый любимый курс у нее — психология жизнестойкости. Это на следующей неделе у нас как раз будет такой вебинар с Марией Антоновной. Сегодня мы попросили вместо Щербакова Анны Михайловны Марию Антоновну как раз в этом контексте рассмотреть и психологию жертвы, и психологическую реабилитацию людей в трудных жизненных ситуациях. Запись ведется, Дмитрий Иванов ведет, поэтому запись будет сохранена, и в рубрике ФПК на ютубовской странице как раз она будет выложена, как всегда. Если есть вопросы, можно задавать в чате пока, потому что презентация будет закрывать, вас не будете видеть. Вот, Мария Антоновна, вы слышите нормально? Алло, Мария Антоновна, вы слышите? Теперь слышно, да. Да, спасибо общими усилиями, мы все-таки подключились и все нашли, и презентация даже нашлась. Все, хорошо, Мария Антоновна, слово предоставляю вам. Вот, вы затронули больше тему психологии жертвы, у вас это хорошо получается, для нас это актуально, потому что психология жертвы часто используется в манипулятивных целях и в ряде других ситуаций и так далее. Вот, а потом мы на следующей неделе перейдем к психологии жизнестойкости. Все, тогда передаю микрофон вам. Да. Да, слышу. У меня сегодня психологическая реабилитация. Да, сегодня реабилитация, да. Вот, ну, можно как бы сделать акцент и на психологию жертвы. Вот, это у вас интересная тема, и тоже в контексте реабилитации она актуальна. Хорошо, слово передаю вам тогда, и тогда я буду иногда подключаться, иногда отходить. Угу. Хорошо, спасибо большое, дорогие коллеги, всем здравствуйте. В чате напишите, слышно ли меня хорошо, все ли слышно, и мы перейдем к обсуждению. Слышно, отлично. По ходу я буду реагировать на чат, возможно, по ходу будут возникать какие-то вопросы. Хорошо? Итак, начнем с понятия реабилитации, хотя оно прекрасно вам всем знакомо, это позднелатинское слово, которое означает восстановление, либо способность к восстановлению. И понятие реабилитации, оно толкуется в разных
отраслях знания по-разному. Я намеренно здесь на данном слайде выписала различные толкования, как толкуется реабилитация, например, вот в широком смысле это восстановление здоровья лиц с ограниченными физическими и психологическими или психическими возможностями с целью достижения максимальной полноценности физической, психической, социально-профессиональной точек зрения, такое очень широкое понятие. Далее это необходимое функционирование социально-трудовое восстановление больных инвалидов, детей и взрослых, осуществляемое комплексным применением государственных, общественных, медицинских, психологических, педагогических, юридических и других мероприятий. Мы видим определение еще гораздо шире. Социальная реабилитация или ресоциализация – это больше такая отрасль социальной психологии, социальной реабилитологии, которая толкуется как комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, в социальном статусе, здоровье, дееспособности. Если мы возьмем социальную психологию, более узкое определение, то это всегда система отношений человек-среда, где человек выступает как личность, как некая такая открытая система, ну а средовой фактор всегда толкуется как единство социальных и биологических факторов. В психологии в основном понятие реабилитации толкуется с позиции восстановления нарушенных психических функций, навыков общения, взаимодействия и так далее, и поясняется как здоровая компенсация. Как здоровая компенсация. Но хотелось бы остановиться все-таки на психологическом больше толковании, потому что по большей части психологическая реабилитация, она вбирает в себя все то, о чем говорится в других дисциплинах, и можно даже сказать о том, что психологическая реабилитация включает в себя, или реабилитационная деятельность по психологической реабилитации включает в себя и медицинскую реабилитацию, и педагогическую реабилитацию, социальную реабилитацию, психологическую. И это можно назвать этакой мультидисциплиной, которая позволяет рассмотреть проблему человека с ограниченными возможностями здоровья комплексно, именно комплексно. Я не буду перечислять конкретно, что входит в медицинскую реабилитацию, да, не буду конкретизировать эти понятия. Вы наверняка уже информированы об этой сфере знаний. Что касается уровней реабилитационной деятельности, можно выделить на основании того, о чем я говорила, медико-социальный уровень, профессионально-трудовой, социально-родовой, социально-бытовой, социальный уровень и социально-психологический уровень, которые позволяют в итоге выйти на более высокий уровень психологической реабилитации, который, как я уже сказала, включает в себя все основы вышеизложенных направлений научных и практических, и позволяет человеку с ограниченными возможностями здоровья, либо человеку, который попал в некую трудную жизненную ситуацию, успешно адаптироваться к окружающей среде, в обществе в целом приобрести некое такое более, скажем так, целостность, уверенность в себе как личности целостной, устранить вот тот самый дискомфорт, который существует в результате либо травмы психологической, физической, ну и выйти на более высокий уровень качества жизни. Вообще необходимо отметить, что качество жизни, вот это понятие психологической составляющей качества жизни, в реабилитационной психологии занимает особое место.
И именно вот данному понятию уделяется особое внимание, и по сути ведется этакий поиск причин, которые способствуют снижению, например, качества жизни. Как правило, это целый комплекс причин. Их можно все разделить на четыре таких блока. Это личностные характеристики, куда относятся некие психологические особенности человека, его состояние здоровья, да. Второе – это экология, экологическая проблематика или экологические причины, которые могут также ухудшать качество жизни. Это социально-политическая обстановка в стране, в государстве, да, это так, еще что-то я упустила, еще один момент. Так, личностные, экологические, социально-психологические и что-то еще, какой-то один блок. Может быть, в чате кто-то следил за моей мыслью, потеряла мысль, подсказку мне пошлет. Еще один блок, который я не озвучила и который можно отнести к причинам либо улучшения, либо ухудшения качества жизни человека. Итак, экологические причины, социальные, и экономические, да, экономические причины. Вот пока перечисляла, это и материальный достаток, да, это такие чисто внешнематериальные благополучия, которые также являются неотъемлемой частью, безусловно, качества жизни человека. Вот самое главное или одно из самых основ я и упустила сразу, да. Что касается методологических основ психологической реабилитации, конечно, безусловно, их очень много. Вот то, что здесь перечислено, немножко съехала презентация при конвертации, но, тем не менее, это далеко не все. Далеко не все. Во-первых, конечно же, безусловно, это фундаментальное психологическое учение о личности, структуре личности. Это очень важно, потому что ощущение себя целостной личностью, либо личностью с глубокими внутриличностными конфликтами, как раз-таки выстраивается на основе вот таких учений. Это учение о типологии развития личности, возрастном в том числе, и акмеологическом, и так далее. Безусловно, это теория темперамента, характера, теория потребностей, мотивации поведения. Это очень важные моменты, которые лежат или включаются в структуру личности и являются методологическими основами психологической реабилитации. Безусловно, если мы рассматриваем или обратимся к философским концепциям, это, безусловно, концепция о сущности природы человека, кто есть человек. Далее это соотношение вечная проблема, да, с которой сталкивается любой ученый, практик, это соотношение социального, биологического в человеке, развития человека. Это теория о смысле жизни, о ценностях, то есть вопросы, теории, которые касаются именно экзистенции, то есть это все теории, которые относятся к экзистенциальному направлению психологии, педагогики. Далее это теории о социальном взаимодействии людей, межличностном взаимодействии, о взаимодействии личности и общества. Это теории, которые относятся к психологии ситуации и многое другое. Безусловно, вот то, что есть, наверное, заложено в учебниках по психологии, все это мы могли бы отнести к методологическим основам психологической реабилитации. Ни один пункт мы не можем выбросить. Но следует отметить, что вот такое многообразие концепций, да, невозможно каким-то образом, не поддается структурированию, и, но тем не менее мы можем говорить о том, что каждая из них вносит свой вклад
в познании неких причин происходящего, в выстраивании более эффективного процесса психологической реабилитации личности и так далее. Сейчас для того, чтобы как-то наше с вами взаимодействие не оказалось таким однобоким, мне бы хотелось представить вашему вниманию притчу, которую, конечно же, можно толковать по-разному, но в рамках той темы, которую мы рассматриваем, да, и о которой я так долго, всего 18 минут говорила, она как раз-таки позволит подчеркнуть нам и осознать, что реабилитация – это на самом деле этакая клиент-центрированная мультидисциплина, которая включает в себя разнообразную информацию из разных областей знаний. Послушайте, пожалуйста, эту притчу. Шесть слепых мудрецов пытались определить, что есть слон. Каждый из них предварительно ощупал слона. Один ощупывал его бок и решил, что слон – это что-то вроде огромной стены. Другому достался ливень, после чего он заключил, что слон – это что-то вроде копья. Третий слепой старец, держа в руках хобот слона, сказал, что слон похож на змею. Четвертый, ощупывая ногу, предположил, что слон очень похож на дерево. Пятый мудрец, которому досталось ухо, утверждал, что слон – это скорее веер. Шестой, ощупав хвост, считал, что слон – это что-то вроде веревки. Но никто из слепых мудрецов так и не определил, что же все-таки такое слон. Вот мне бы хотелось с вами обсудить эту притчу для того, чтобы как-то вырисовалась в процессе обсуждения какая-то общая картинка вот самого практического вот этого курса, который занимается или призван освещать вопросы психологической реабилитации. Пожалуйста, какие есть мнения относительно данной притчи, относительно соотношения вот той мысли, которая звучала в притче, к данному курсу? Пожалуйста, можно в чате, можно сигнализировать картинкой, я пока сверну. Так, здесь красное окошечко было, поэтому мне показалось, что вы... Да, что-то появилось лишнее. Так, я, по-моему, куда-то свернула презентацию, теперь мне надо ее... Вот она, вернуть. Итак, я давайте не буду пока убирать. У нас все хорошо. Или что-то... Не слышно меня? Слышно? Дорогие гости, дорогие друзья, меня слышно? Слышно, все слышно. Поступил сигнал, что не слышно. Слышно все. Мы обсуждаем притчу. Сколько мудрецов, столько мнений. И я прошу аудиторию высказаться относительно вопроса, слышно меня или нет, все очень активны в чате, да, относительно высказать свое мнение по поводу этой притчи, да, не очень как-то потока мнений нет. Вообще, конечно, безусловно, данная притча, такой философия, философский некий такой трактат относительно разных вещей, которые происходят в нашей жизни, да, но что касается реабилитации, так вот она как раз-таки призвана решить, психологическую реабилитацию я имею в виду, она как раз-таки призвана решить самую главную задачу – помочь восстановиться клиенту. С учетом разнообразных способов
да, которое уже наработано в практической психологии, в разных направлениях психологии. Да? То есть это действительно этакая... Так, Татьяна вышла в роль ведущего. Так, это что значит? Помогите мне, пожалуйста, сориентироваться. Калистратова Татьяна вышла в роль ведущего. Это, я так понимаю, она желает что-то нам сказать, нет? Так, ну что, у меня опять исчезла презентация. Сейчас я попробую ее... Так, вот она. Так, вот, появилась снова. Пожалуйста, есть ли какие-то мнения относительно вот данной притчи? Данной притчи. Ну, хорошо, как-то не очень активно, но ну, ладно. Я даже давала такое задание, разработала о форме своего размышления в форме эссе или философского трактата, да, о том, что же такое психологическая реабилитация. Вот, ну ладно, хорошо, вы готовы слушать, я так понимаю, что вся аудитория благодарные слушатели, да, слом проблемы человека. Так. И что? Проблема человека и что? Дальше продолжите мысль. Мы ее видим, мы можем, да, ее смотреть с разных сторон, конечно, причем профессионально и на расстоянии. Да? Я люблю приводить такой простой маленький эксперимент. Давайте все сейчас мы его проделаем. Да? Это когда мы ладошку... Так, сейчас, стоп, видите, что-то появилось. Решать комплексно, отлично. Так, не увидеть чего-то в связи... то есть проецировать свои какие-то проблемы на проблемы другого человека можно, да, если не смотреть на это комплексно, да, отлично, здорово, Ирина, мудрецы должны собрать консилиум и объединить свои опыты для создания более полной картины, и, конечно, отлично, то есть в реабилитации психологически очень важная стороны Ирины прокричала мнение, да, этакая форма работы, как консилиум, да, этакая участие всех специалистов, да, поиск мнений, коллегиальных, коллегиальное обсуждение, мнение относительно той или иной проблемы, с которой сталкивается наш клиент, наш человек. Да, конечно, потому что каждый специалист может рассматривать проблему однобоко с позиции, например, либо философии, либо педагогики, либо медицины. И за этим, да, не увидит целого слона. Так, я очень рада, что вы активны, спасибо вам большое. Хорошо. Ну и кроме этого, вот еще маленький такой эксперимент, который позволит осознать, что то, что очень близко нам, ну, например, мы занимаемся исключительно только психологией, она нам очень близка, да, и если мы поднесем, например, руку к глазам, попытаемся разглядеть на ладошке линии, да, мы близко, да, вот психологии, мы все близко, вот прям там, да, либо в проблеме какой-то. Разглядеть близко, да, мы не можем ни одной линии на своей ладони. Стоит нам только отнести ладошку от глаз, все очертания на ней становятся более четкими, да, мы начинаем воспринимать свою ладошку, либо проблему другого человека, да, более целостно, да, и, безусловно, мы можем разрабатывать некие рекомендации более эффективно, да, и выстраивать те или иные формы работы, и мы будем более эффективны в этом плане. Хорошо. Цели и задачи психолога и реабилитолога на разных ступенях реабилитации. Но самая главная цель
вы, конечно же, это знаете, это вовлечение клиента в решение задач своей судьбы, в результате чего он становится не просто объектом, на которого воздействуют там медики, психологи, да, педагоги, если это маленькие люди, например, да. Так вот, он становится субъектом собственной активности и способен улучшать его качество жизни. Как же выстраиваются вот те самые ступени реабилитации и тихо, всем тихо, или это только тихо у гузей? Если тихо у всех, тогда это моя проблема, я буду ее решать. Если это тихо только у гузей, у кого-то нормально, звук хороший, следовательно, обратите внимание на значок внизу в правом углу. И увеличьте громкость, пожалуйста, на полную. Это ваша проблема. Потому что у многих звук хороший. То есть ваша проблема в правом нижнем углу. Пожалуйста, поднимите микшер громкости. Хорошо? Итак, первая ступень. И как меняется позиция клиента на разных ступенях? Давайте так. Сначала, да, поскольку со звуком были проблемы. Итак, сейчас рассмотрим ступени реабилитации, которые сопровождаются этапами переживания трудной жизненной ситуации, либо это может быть даже какая-то травма, потому что почему травма, не обязательно это может быть связано с нетравматической ситуацией, чаще всего это травма. И как меняется позиция клиента на каждой из этапов. Вот смотрите, здесь вообще вот эта модель трехступенчатая, израильская модель. Четвертую ступенечку я добавила сама с позиции вот своих каких-то наработок, с позиции вот той проблематики, которой я занимаюсь, мне кажется, она просто жизненно необходима. В израильской модели три ступени модели работы психолога-реабилитолога, я имею в виду. Первая ступень, как бы человек задает реабилитологу вопрос. Ну, это вопрос внутренний, это не обязательно открытый может быть вопрос, да? Это такая метафора. Он задает вопрос, скажи, что мне делать. Да? А вторая, сейчас мы более подробно про каждую ступенечку поговорим. А далее, вторая ступень реабилитации. Помоги мне. Это тоже такой мысленный вопрос, это внутренний вопрос. Он не обязательно может быть открытый, хотя и открытый мы тоже слышим. Так, кто-то презентации не видит. Ну, в любом случае, презентацию у вас будет возможность получить. Она здесь немножечко при конвертации были какие-то нарушения, я вам ее вышлю обязательно. Хорошо, мы ее выложим обязательно. Далее, третья ступень. Я справлюсь сам, но будь рядом. Это тоже метафора. И почему я добавила четвертую ступень, мы тоже поподробнее еще поговорим, я просто несколько слов о ней пока скажу, и перейдем к обсуждению первой ступени. Вот смотрите, я справлюсь сам, но будь рядом, это требование или просьба о какой-то опоре, будь рядом. Да? В результате мы можем получить беспомощного человека, который будет постоянно требовать вот этот костыль, будь рядом. Да? Наша задача все-таки выйти на более высокий уровень, когда человек захочет сказать «я сам». Итак,
Перейдем к обсуждению задач первой ступени. Они тесно взаимосвязаны с первым этапом и соотносятся с первым этапом переживания трудной жизненной ситуации. Это может быть ситуация даже ТЖС, это трудная жизненная ситуация. Значит, вот смотрите, задачи первой ступени теснейшим образом связаны с первым этапом переживания трудной жизненной ситуации. Это шок и тревога. Шок и тревога. Как правило, вот это состояние переживается или находит свое отражение в таких формах, как непонимание ситуации, нарушение функционирования, да, это связано со здоровьем человека, с нарушением привычного образа жизни, ощущение того, что мир просто распался на осколки, рассыпался мир. Человек не может воспринимать себя таким, какой он был ранее, до. Мир разделился на до и после. Да? Далее, это может быть спутанное сознание, это может быть ступор. И уход от реальности. Человек переживает этакий экзистенциальный вакуум, может переживать, не буду говорить, что переживает, потому что не обязательно это так, да? Но может переживать некий такой экзистенциальный вакуум и деперсонализацию. Да, и такая, такой личностный хаос, да, непонятно, где я реальная, какой я идеальная, какие внутриличностные конфликты. Что же мы можем сделать, чтобы решить задачи первой ступени? Главной задачей первой ступени является ответ на вопрос «Скажи, что мне делать?». Ну, первое – это, безусловно, вступление, стремление вступить в контакт, обсудить, что происходит. Далее – это вот такое вступление в контакт, в общение, в обсуждение мы должны направить на доказательство того, что мир все-таки существует, он есть, он не рассыпался. Да? Мы можем объяснить, что перенес пострадавший, я буду называть людей не жертвами, а пострадавшими, потому что это все-таки разные понятия. Чего ожидать пострадавшему, каковы дальнейшие перспективы, связанные с утратой здоровья, либо вообще с любой другой утратой. Да? И вот очень важно дать человеку понять, объяснить, что переживания, которые характерны для пострадавшего, являются нормальными вполне. Да? Вот это очень важно, легализация реакции на травму, на трудную жизненную ситуацию, на утрату чего-либо. И вот такая легализация, как правило, да, происходит в групповой работе. Есть такая форма работы, в психологии, наверное, вы слышали, это дебрифинг. Это психологом, в процессе которой происходит обсуждение того, что произошло, и в связи с этим чувство переживаний в ответ на то, что произошло в жизни человека, если это связано с каким-то таким событием, которое объединяет всех людей, ну, например, крушение самолета, да, либо еще какая-то катастрофа, либо это
какая-то общая трагедия, да, вот в процессе дебрифинга мы можем обсудить для того, то, что происходит, чувства, переживания людей, которые являлись, не обязательно могли являться непосредственными участниками того или иного события, но они могли потерять близких людей в результате катастрофы. И проводится вот такой дебрифинг, дабы разрядить все переживания, дабы дать возможность человеку понять, что все это нормально, эти реакции, кажущиеся на первый взгляд ненормальными, на самом деле характерны для многих людей в процессе обсуждения. И тогда наступает и такое облегчение того, вот этого напряжения, которое существует, и, конечно же, мы можем более или менее, во всяком случае, помочь человеку получить вот этот ответ, скажи, что мне делать. Вот у меня такой вопрос к вам, дорогие коллеги, как бы вы ответили на вопрос, вот такой метафорический вопрос, он может быть немым вопросом, скажи, что мне делать? Как бы мы ответили на этот вопрос? Что бы мы сделали? Хотя, в общем-то, в процессе обсуждения частично мы ответили на этот вопрос, но мне бы хотелось получить от вас обратную связь. Пожалуйста. Как бы мы ответили на вопрос клиента, если бы он задал его нам? Скажи, что мне делать? Помните, что это первый этап переживания, который сопровождается шоком и тревогой. Шоком и тревогой. Возможно, у вас есть какие-то примеры. Это может быть примеры из литературы, из собственной жизни. Примеры из кино, если хотите. Есть? Ну, давайте я приведу пример. Есть прекрасное произведение Лескова, «Обойденное». Да? Там совершенно уникальный опыт представлен. Причем чисто житейский опыт, лучше всякого психолога, главная героиня срабатывает на данной ступени, когда она дает возможность герою, который потерял свою горячо любимую супругу, расплакаться над гробом, выплеснуть бурю своих эмоций, потому что когда человек переживает шок, он находится в состоянии ступора, и выброс эмоций бывает невозможен, а если это невозможно, то человек с этим грузом закаменевших эмоций может перейти на следующую ступень, и та задача, которую мы ставим на первую и на вторую ступень, она может быть не решена. То есть необходимо, самое главное, разрядка эмоций. Разрядка эмоций. Так, кто куда не мог зайти? Ярослав, твое и? Хорошо, поняла. Время ушло. Ну, презентация у вас будет, поэтому кое-какие моменты вам... Мы не так далеко ушли, мы всего лишь на первом этапе переживания трудной жизненной ситуации. И решаем задачи первой ступени. Так вот, на первой данной ступени необходимо первое, что сделать, это помочь человеку разрядить эмоции. Разрядить эмоции, которые являются скрытыми в котле психологических защит. Вот, это очень важно, хотя очень многие боятся именно вот этого всплеска, вот этой бури, это считается нормальным. Если этого нет, вот это здесь необходимо бить тревогу. Это не вполне нормально.
да, потому что потом в итоге мы закоренелого клиента, да, разбудить, пробудить и разрядить вот эти эмоции бывает на следующих ступенях довольно сложно. Да, Лада, здесь при конвертации, я сейчас отвечу по поводу презентации, при конвертации в презентации происходит вот такой сбой иногда, да, поэтому я вам вышлю или мы повесим в ваших курсах, да, ту презентацию, которая не будет битой, хорошо, она будет вполне нормальной в обычном режиме, в обычном формате. Это конвертированная презентация, поэтому да, здесь кое-что сбилось, к сожалению. Так, хорошо, я так понимаю, что есть, пока я говорила вам какую-то информацию, приводила свои примеры, возможно, у кого-то возникли примеры тоже какие-то, да, из, может быть, литературы, художественного творчества. Как бы вы ответили на вопрос клиента, если бы он задал вам, можно устами каких-то героев, скажи мне, что мне делать. Ну, хорошо, ладно. Вот как раз-таки успокоиться здесь не получится. Я наоборот, Юлия, говорю о том, что здесь успокоиться нельзя. Здесь нужно пробудить чувства, пробудить переживания, чтобы человек выплеснул накопившиеся эмоции. Порой вот эти эмоции, которые связаны с некой травмой, утратой, если хотите, они вытесняются человеком, вытесняется в область бессознательного в качестве таких, как Фрейд писал, ущемленных аффектов. Они никуда ведь не деваются. Человек, здесь рано рассказывает об успешных примерах преодоления аналогичных. Очень рано, Сергей. Здесь необходимо доказать человеку, что мир существует. Это первое. Да? А второе – легализовать его реакцию, дать возможность выплеснуть эмоции наружу. Дать возможность выплеснуть эмоции наружу. Это очень важно. Если это не происходит, да, выплака – совершенно верно. Простой способ человеческий – просто выплакаться. Это очень важно, поскольку потом это приобретает, если мы вытесняем все это, если человек это вытесняет в область бессознательного, это приобретает характер комплекса, который называется комплексом ущемленного аффекта. И этот комплекс может долго-долго спать, может даже десятилетия спать там внутри бессознательного нашего. Да? Но при аналогичной ситуации, например, либо похоже, чаще всего это могут быть какие-то похожие ситуации, он может выплеснуться, он никуда не девается, но это уже приобретет характер взрыва. Тогда это уже опасно, да? Потому что при взрывном таком аффекте, это, во-первых, очень часто страдают близкие люди, могут пострадать. Если суперэго чрезвычайно сильно, мощное суперэго, то есть мораль, нравственность, культуры, запреты. В этом случае этот ущемленный аффект будет подрывать здоровье самого человека, то есть разъедать его изнутри. Если суперэго слабое, тогда могут пострадать другие люди. Может произойти все, что угодно в этом случае.
поэтому, да, вот флаг, плакальщики, специально, да, профессиональные, да, работают, да, совершенно верно. То есть могут работать. В народе, да, кто не посещает, не обращается за помощью к психологам, чисто интуитивно народ придумал вот такие обряды, да, приглашать профессиональных плакальщиков, да, которые помогают вот эти эмоции выплеснуть на поверхность. Происходит разрядка, да, никуда ничего не исчезает. Человек освобождается от негативных эмоций и выходит на следующий этап. Может выйти на следующий этап. Он самый сложный, потому что здесь происходит включение защитных механизмов. Вот если человек первую ступень, я сейчас вернусь к ней, не отработал так, как я это писала, да, не отработал ее нормально, здесь не произошла легализация его эмоциональных реакций, тогда вот здесь на втором этапе включаются защитные механизмы. Это очень сложный этап. И вот здесь вот так, имеет смысл рассказать о своей какой-то травме и о том, как это было больно, чтобы у человека был стимул. Да, да, к первой ступени, да? Угу. Добавление. Хорошо, да, это возможно такое осуждение, которое провоцирует вот эмоциональную реакцию, совершенно правое время. Угу. Да. Совершенно верно. Вполне хороший такой способ тоже дать возможность человеку, возможность разрядки, дабы на второй ступени уже не включились вот эти защитные механизмы. И здесь вот как раз-таки на второй ступени возникает опасность превращения человека в жертву. Потому что как только включаются защитные механизмы, человек начинает прибегать к рентным установкам, ему становится выгодно пребывать в своем таком неблагоприятном положении. И перейти дальше на следующий этап бывает тоже довольно сложно. Здесь человек может прибегать к такому способу, как переговоры с высшими силами. Одновременно он может верить в какие-то высшие силы, и одновременно с этим он может вести переговоры с медицинскими работниками и то, и другое одновременно отрицать. То есть он уходит в какие-то иллюзии, да, уходит от, пытается уйти от реальности, потому что там слишком больно. И вот эти надежды, они являются надежды на возврат того, что я потеряла, они, безусловно, бесплодны. И чем больше человек надеется, тем больше он будет зависать. Вот здесь вот как раз-таки надежда приобретает характер такого зла. Вы помните, как у Ницше? То, что осталось в ящике Пандоры, да, это была надежда, это величайшее зло, которое было оставлено человечеству. Вот это тот смысл надежды, которая запрещает человеку двигаться в своих переживаниях вперед. Понятно, что утраченное мы не вернем никогда. Нога не прирастет человека, который умер, мы не вернем. Да? И вот это на самом деле очень такой серьезный этап, на котором мы должны объяснить, уж как объяснить, это уже искусство особое, да, психолога, реабилитолога, но мы должны объяснить реальное положение вещей.
И это будет легче сделать, когда человек успешно пройдет первый этап переживания трудной жизненной ситуации, вот тот этап, о котором мы так долго говорили. Здесь нельзя с человеком спорить, потому что если мы будем спорить, да, тогда ему захочется наоборот сделать что-то наоборот, думать как-то наоборот. Переубеждения, самое интересное, также не помогают. Мы можем выстроить логические убеждения всякого разного толка, но это ничего здесь может не сработать. Очень сложный этап на самом деле, на котором мы должны найти вот как раз-таки способ, который поможет понять реальность, который поможет человеку захотеть соприкоснуться с этой реальностью, которая является довольно болезненной. Вот как это можно сделать? Как вы думаете, дорогие коллеги? Предлагайте свои варианты в чате. Как можно объяснить реальное положение вещей, не споря, не переубеждая, не подавляя человека? Как вы думаете? Давайте, предлагайте свои варианты. Дорогие коллеги, вы меня слышите? Итак, как можно ответить человеку? Был момент, не слышали. Хорошо, включайтесь, пожалуйста. Как можно решить задачу второй ступени, когда человек обращается к вам с вопросом? Помоги мне, кричит, помоги мне. Помоги. Спорить нельзя, переубеждать нельзя, давить нельзя. Нужно объяснить реальное положение вещей. Как его можно объяснить? Может быть, какие-то примеры приведете? Надо спросить, что он уже сам делал, чтобы усилить, то есть мотивировать его. Это довольно сложно. Здесь хороша групповая работа, кстати, да, тоже групповое обсуждение, когда тренинговые какие-то мини, не обязательно это должны быть большие тренинги длительные, нет, это может быть мини-тренинг. Так, вариант дебрифинга возможен, сказать не все так плохо, посмотри, это и это хорошо. Но здесь нужно объяснить реальное положение вещей, а реальность, она ужасна. Она ужасна. Человек потерял ноги. Да, допустим, или ноги. Мы можем привлечь какие-то так собственным опытом переживания вполне, да. Здесь может быть хорошо сработать групповая работа, таких как он, в групповой работе с такими, как только что потерявший здоровье человек, да, вполне, да, здесь важны действительно собственные примеры какие-то, может быть, можно использовать яркие видеофрагменты, фильмы яркие, которые могут перевернуть мировоззрение человека, да, но здесь важна демонстрация такого опыта, очень четкая, очень точная, не просто на глазок привести пример, а показать видеофильм, либо встречи с таким человеком, который прошел этот опыт, либо групповое обсуждение людей, находящихся в похожей жизненной ситуации. Совершенно верно. Молодцы, хорошо работаете. Какой-то вариант, какой вариант? Предложить ему какой-то вариант и попробовать самому. Конкретно какой вариант предложить?
Здесь нужно объяснить реальное положение вещей. Ну, уточните, Светлана, какой вариант? Хорошо. Ну, молодцы, хорошо работаете. Так, далее следующий этап, который тоже относится ко второй ступени, это депрессия. Депрессия, в которую впадает человек. Здесь депрессия замешана на злости, на скорби, на агрессивности. Короче говоря, здесь вот на данном этапе все смешивается, все эмоции. Возникает чувство озлобленности, человек себя обвиняет в что-то, а если бы было так, этого бы не произошло и так далее. И тоже очень важный этап, как и первый, ну, собственно говоря, здесь все этапы важны, да, здесь необходимо также дать чувствам выйти наружу. Обязательно дать возможность чувствам выйти наружу. Если человек на данном этапе не скорбит, это ненормально. То есть дальше, в дальнейшем, да, он на следующий этап, вообще все этапы, как я уже сказала, важны, и важно каждый из этапов отработать, причем отработать до конца. Мы не можем позволить человеку застрять на каком-то этапе, потому что дальнейшая работа будет просто невозможна. И вот здесь вот очень важно продемонстрировать минимальные возможности проявления самостоятельности, то есть подобрать такие задачи, в которых человек может быть успешен. Например, какие вот можно привести примеры? Где, как можно выстроить работу таким образом, чтобы человек почувствовал, да, что он вот здесь да ас, да он это может, да он это может, хотя чувства намешаны всякие разные, это депрессия, это злость, это скорбь, это агрессия, очень сильное чувство. Кстати, агрессия здесь очень может пригодиться. Но агрессию здесь мы можем направить не на разрушение, а на созидание, потому что это очень сильное чувство, очень мощное, которое позволит человеку преодолеть то, что, казалось бы, является непреодолимым. Да? Итак, жизнь в виртуальных мирах, работа в сети. Ну, почему бы нет, если я как понимаю, Сергей, это когда человек не может выстроить отношения с миром, потому что он остался, например, без ног, да, он может вполне, да, найти какую-то работу. Да, правильно я поняла или нет? В сети. При этом мы знаем множество примеров, да, когда люди с инвалидностью, с ограничениями возможности здоровья довольно успешно как раз-таки достигают очень хороших результатов, находят работу в сети и вполне, в общем-то, нормально себя чувствует. Да? Да, здесь важно, так, допустим, заняться каким-нибудь делом, взятым из примеров уже из существующих. Да, конечно. Самое главное, чтобы вот здесь на данном этапе человек почувствовал, что он вот получил, извините за сленг, кайф от того, что он успешен, поймал вот этот успех. Свой успех, да? И да, я это могу. Несмотря на то, что у меня нет чего-то, я могу. Да? Это очень важно. Да, угу. Совершенно верно. Потрясающий фильм о Нике Войчиче. Есть
есть он снялся еще в фильме «Цирк бабочек». Возможно, вы посмотрели его, да? «Цирк бабочек». Совершенно замечательная короткометражка, где, да-да-да, где как раз-таки показано, да, как... Ага, смотрели многие, да? Ну, кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, «Цирк бабочек» с Ником Войчичем. Как раз-таки показано, как... там много смыслом, да, и тут у нас встреча был Светлана. Угу. Замечательный пример, хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. По задачам следующим. Следующий этап переживания. Наконец-то, вот после всех этих мук, страданий, которые завязаны на эмоциях, так, но бывает, Юля пишет, но бывает все-таки сложно убедить человека, например, когда он уже в возрасте пенсионный, не остался один, потеряв жену и сына. Но, вы знаете, здесь убеждения, как я уже сказала, не работают. Вот на предыдущем этапе не работают убеждения, понимаете? Вот здесь вот важно, давайте вернемся к этому этапу снова, да, очень важно не убеждать, не переубеждать. Вот здесь логика, ну, никак не работает, понимаете, она, наоборот, может навредить. Поэтому здесь важно включить косвенное воздействие. Уж что это будет, я не знаю. Это очень сложная, на самом деле, работа, очень сложная. Вот мы сейчас о ней говорим буквально там, в течение часа, а работа-то длится по всем этим этапам в течение года как минимум. В течение года как минимум. То есть все это очень сложно. Очень, крайне сложно. Поэтому, что касается предыдущего этапа и задачи второй ступени, здесь не переубеждение, вовсе не переубеждение, а косвенное воздействие и попытка поискать те формы работы, где человек может почувствовать себя успешно. Вот это очень важно. Вот если вы будете убеждать, это не поможет, это только сыграет наоборот. Вот точно всегда наоборот. Да? Вот, а именно косвенное воздействие, да, и какие-то, может быть, примеры ненавязчивые, да, ненавязчивые примеры. Да, мы не специально подбирали там фильм, не специально там подбирали какие-то программы, да, они должны быть ненавязчивыми, потому что любое вот такое помощь прямая, не косвенная, она будет восприниматься в штыки. Вот, и очень важно, да, чтобы человек в этом вот возрасте почувствовал успешность в чем-то. В чем, я не знаю, вы знаете своего близкого человека лучше. Вот в чем он может быть успешным? Так, конечно, одно дело иметь какие-то проблемы с ОВЗ с рождения, другое приобрести в жизни, конечно. Хотя вот только сегодня защищалась курсовая работа, изучалась мотивационно-ценностная сфера людей, врожденной и приобретенной инвалидности. И различия между этими людьми в этой курсовой работе, хотя выборка была маленькая, конечно, возможно, если увеличить выборку, различия бы появились, но у меня уже вот, две таких работы было студенческих, с хорошими честными исследованиями, различия не выявлено, во всяком случае, по тем компонентам, которые мы выявляли. Конечно, человеку, который приобрел инвалидность, ему сложно в том плане, что у него мир до и после, он разделился на две части. Я соглашусь с вами, это дополнительная такая травма, да, очень серьезная, которая может, безусловно, человека погружать в состояние жертвы. И очень сложно перейти в мир после. Это безусловно так. Да? Надо нагрузить человека работой.
Да, чтобы времени, так, чтобы времени подумать было. О глупостях было некогда, да? О глупостях думать было некогда, о глупостях я имею в виду там о каких-то, да, страданиях и прочее. Хотя это тоже рефлексия, это тоже необходимый человеческий такое явление, без которого человек не живет. Ну, вообще работа, конечно, помогает, да, справляться. И да, вот здесь вот, особенно в пенсионном возрасте, важно дать возможность человеку почувствовать, что он нужен. А нужным он не просто чисто формально нужен, да, там приехать, подарить ему что-то, там сказать, какой он хороший, погладить по головке и что-то еще, этого недостаточно. Необходимо, чтобы он реально был нужен. Да, и возможно, да, в каком-то таком контексте загрузить какую-то работу. Это хороший способ почувствовать нужность. Так, в нашем исследовании на что различия были? Ага, тоже, да, видите, я же говорю, здесь необходимо, ну вот у нас два исследования по преодолевающему поведению и по мотивации одно. Вот там мы различия не получили, но выборки не очень большие, поэтому вполне возможно, что если увеличить выборки, будут различия. Угу. И кроме этого, еще необходимо учитывать, Лада, когда произошла травма, сколько лет после этого произошло, потому что свежие травмы, свежая инвалидность, она, безусловно, будет еще способствовать тому, что человек пребывает в каком-то его состоянии, которое я перечислила, и, безусловно, тот состояние жертвы, что там говорит, да, потому что любая травма, она, вот тоже мы проводили большое исследование, изучали взаимосвязь виктимизации и травмирования, и переживания психологической травмы, и вот эти вот показатели с вами, естественно, связаны между собой. Если личность травмирована, то, безусловно, она сразу превращается в жертву. Другое дело, насколько она там зависает в этом состоянии, это уже другой вопрос. Да? Но ситуативно она может в этом состоянии пребывать. Ситуативно. Ну, самые сильные, хорошо сформированными стратегиями конструктивными, они, безусловно, очень быстро из этого состояния выбираются, ведут активный образ жизни и довольно успешно адаптируются в обществе. А те, кто зависает в этом состоянии, у тех совершенно другая жизнь. Да? Так, занятия, кто-то уходит. Так, ага. Так, факультет дистанционного образования. Так, 13 лет уже прошло, как человек остался без ноги, но все равно делит мир до и после. Он будет делить до и после. Хотя и приспособился к жизни с инвалидностью, говорит, что раньше жизнь была активнее, чем сейчас. Ну, жизнь-то, конечно, была активнее с двумя ногами, естественно, да. Но, возможно, я не знаю, о ком вы говорите сейчас, что за пример приводится, это нужно знать конкретного человека, но, возможно, какие-то вот эти этапы переживания, утраты, они не были прожиты до конца. Где-то на каком-то этапе кусочек непережитого опыта остался. Уж не знаю на каком, это может быть первое, второе или третье. Третий этап, я не знаю, да, здесь нужно разбираться в конкретной ситуации. Вот, но очень важно, то, о чем я говорю, чтобы это было пережито до конца. То есть гештальт должен быть завершен, когда человек более легко выходит на более высокий уровень своего развития, да, и преодолевает все эти ступени. Хотя, как я уже говорила, процесс очень длительный. Ну, например, если мы говорим о утратах, то есть о смерти, да, утратной смерти, уходе человека из жизни, то по самым оптимистичным прогнозам, да, когда удается пережить все эти этапы и выйти на новый виток развития, это год.
это самое оптимистичное. Ну, собственно говоря, в народе эти традиции соблюдаются. Несколько более пессимистичный прогноз – это 3 года. И если человек через 3 года все-таки не пережил этот опыт и не вышел, и не адаптировался к жизни без человека, который от него ушел, который ушел из жизни, тогда это уже довольно серьезный сигнал о том, что необходимо обратиться к специалисту. 3 года – это много. Я говорю сейчас об утрате, о смерти. Собственно говоря, некоторые психологи любые утраты и переживания, связанные с утратами, есть часть таких исследований, объединяют. Да? То есть неважно, утрата ноги, утрата руки, утрата человека, утрата здоровья – это все равно утрата. Но есть исследования, которые все-таки дифференцируют эти утраты. Но дискуссии в этом плане ведутся. Поэтому я вам сейчас назвала утраты, связанные со смертью близкого человека, как они переживаются, во временных интервалах, традиционно, как они переживаются. И если проходит более 3 лет, например, да, то это такой серьезный звоночек, который говорит нам о том, что необходимо с этим что-то делать. Я думаю, что 13 лет прошло, и человек, он будет делить мир до и после, но другое дело, как он сейчас живет, это уже другой вопрос. Может быть, он и говорит о том, что жизнь была активнее, чем сейчас, да, но при этом он вполне может адаптироваться, почему бы нет. Вот, если это действительно тяжело переживается им, да, вот очень тяжело переживается, если он уходит в депрессию периодически, либо он там прибегает к какой-то зависимости, я же не знаю конкретной истории, тогда это, конечно, можно говорить о том, что он на каком-то из этапов завис, застрял, он его не прожил, не пережил. И здесь, конечно, нужна глубокая уже не просто какая-то психологическая работа, а уже психотерапевтическая работа. Но судя по тому, что вы Юля написали, по-моему, здесь да, все в порядке. Да, жизнь была активнее, но тем не менее человек не теряет духа. Да? Так, Гузель, не только специалисты, реабилитологи должны демонстрировать востребованность, да. Не только специалисты, здесь речь идет уже о близких людях, потому что специалист, реабилитолог, он все равно человек внешний. Да? Ценности независимо, да, безусловно, в обществе должны демонстрировать установки ценности человека, независимо от его особенностей, безусловно, все общество и ближайшее окружение в первую очередь, потому что лучше всех знает этого своего близкого человека, только его ближайшее окружение. Ну вот, коль мы заговорили о людях пенсионного возраста, а мы все двигаемся к этому возрасту только вперед, да, мы назад не двигаемся, мы жизнь идет вперед, а не назад, мы не становимся моложе, мы становимся все старше. Поэтому каждый из нас может столкнуться с такой проблемой неумности. В этом плане хочу привести вам такое белое стихотворение. Забыла автора, что-то мне сегодня вспомню по ходу. Литовского поэта, оно маленькое, коротенькое, без рифмы, нерифмованное белое стихотворение. «Голову погладить». Голову погладили, знаем, что это такое. Гладили и нас, когда мы маленькими были. Но попробуйте погладить голову старому человеку. Попробуйте. И он заплачет. Заплачет о том, что когда-то был огонь. И его искры обещают.
вот такое маленькое стихотворение, которое символизирует о том, как необходимо все-таки близким людям, к близким людям проявлять вот эту заботу, любовь, тактильный контакт необходим, да, очень необходим. Порой мы перестаем обращать внимание на наших близких, мы не очень хотим к ним прикасаться, да, затрагиваться. А это оказывается крайне важно. Просто тактильный контакт. Так, тут надо самому значительно стать как бы старше, мудрее, наверное, да? Ага. Вот, поэтому даже бывает порой обычные прикосновения, ну, не всегда в семьях, не во всех семьях существует вот эта традиция обниматься, да? Сжиматься. Друг друга и постоянно чаще трогать. Вот. Так, хорошо, следующий этап переживания – это начало понимания, наконец-то. Но кажется, казалось бы, начало понимания должно способствовать более конструктивным каким-то вещам, но здесь… На этом этапе агрессия на самого себя переходит в агрессию по отношению к окружающему миру. Человек начинает бунтовать, потому что ему он начинает понимать, он уходит от иллюзии, он начинает понимать, осознавать происходящее, а это тоже больно. Здесь очень важно на данном этапе выслушать человека. Как видим, очень много чувств на каждом этапе, да? Но вот чем хорош этот этап? Коль начало понимания, мы выходим уже на когнитивный уровень, да? И это приближает нас уже к выходу, или не к выходу, а к проживанию, окончательному проживанию этой ситуации. Значит, здесь необходимость возникает выслушать человека. Ну, человек сам хочет быть выслушанным. И человек с вас потребует четкую программу активности. То есть, что конкретно мне нужно сделать. И здесь задача психолога и реабилитолога, да, совершенно верно, включается логика, что очень хорошо, что почему здорово, потому что к эмоциям вот тем, да, добавляется логика, и они все вместе, дружно, логика и эмоции, да, начинают превращаться в такой единый ресурс, который позволяет, который способствует конструктивному преодолению. И здесь очень важно, вот человек будет с вас требовать чувствовать программу активности. Это нормально. Вы эту программу активности можете разработать вместе. То есть здесь тоже та же самая агрессия, тот же самый бунт, который необходимо направить в нужное русло. Примеров тоже можно привести немало. Вот как вы думаете, в какое русло можно направить бунтарскую энергию клиента? Вот он должен решить задачу, или вы должны решить задачу. Третья ступень. Я справлюсь, но будь рядом. Как вы думаете, как решить эту задачу, направив бунтарскую энергию в нужное русло? В какое русло мы можем ее направить? Табуреточки, так, делаем, а дощечки я тебе принесу. Хорошо, то есть заняться каким-то ремеслом вполне. Так, активная деятельность, это очень широко, очень абстрактно про самоорганизацию, давайте конкретно. Вот про табуреточки хорошо, и досточки. Так, хорошо.
конкретные примеры. Четкая программа активности человеку нужна. Он готов уже, у него появилась вот эта бунт, это здорово. Да? Значит, это активность. Вот куда его? С этой активностью. Куда его с этой активностью? Так, смотря какая, да, в соответствии, да, совершенно мы необходимо учитывать, должны учитывать вот эти какие-то вещи, доминанты, что ему ближе, чем он воспринимает окружающий мир. Так, работа какая-то, деятельность, набор текста, это может быть сканирование, совершенно верно, все что угодно, то, что человеку ближе. Необходимо знать еще какие-то особенности личности, но очень многие люди, которые с ограниченными возможностями здоровья, не нравится это слово, сочетание, но тем не менее, да, они занимаются как раз творческой деятельностью, и необходимо сказать, что весьма успешно. Да? Хорошо, следующий этап, который называется реорганизация или интеграция. Здесь очень тоже существует такой большой риск возврата обратно. Риск возврата обратно на предыдущие этапы развития, если не решены задачи, вот не буду их повторять, то, о чем я уже говорила. Вот задачи не решили, поэтому человек рискует вернуться обратно. И здесь больше, чем, хотя на всех этапах, так, у нас получилось, что чем эффективнее родители справляются с травмой, тем эффективнее делают это и дети, да, конечно. Потому что они же транслируют модель поведения своих родителей. Конечно, безусловно. Так, значит, вот здесь, вот на этом этапе реорганизации, реинтеграции, самый большой риск формирования установки жертва, хотя на каждой из этапов он существует, но здесь он особенный, этот риск, особенный риск. И здесь чаще всего закрепляются рентные установки, Здесь необходимо, как мы можем решить задачи вот этой четвертой ступени, почему я сам, да, мы здесь должны, хотя это очень сложно бывает, да, убрать костыль. Ну, жалко, да, как убрать костыль? Человек может упасть, мы готовы ему соломку подстелить и так далее и тому подобное. Порой вот эта соломка превращается в медвежью услугу. И как раз-таки, чем больше мы ее стелим, чем больше мы его оставляем с костылем, он никогда не выйдет на четвертую ступень «я сам» никогда. Ему удобно с костылем, он так привык, да? Он адаптировался жить с этим, и самостоятельно двигаться, действовать он не будет. У него всегда есть к кому обратиться за помощью. Да? И порой даже ему, он начинает понимать, что его вот это состояние беспомощное, оно приносит довольно много бонусов, довольно много выгоды. Поэтому из этой выгоды, если он уйдет из этого состояния, то все выгоды куда-то исчезнут, их просто не будет. Да? На это место нужны какие-то другие выгоды, жизнестойкие, наверное, какие-то выгоды, вообще что-то другое, нужна какая-то замена, а ее может не быть. Поэтому человек все снова и снова рискует зависнуть вот, в состоянии жертвы самого разного рода, и чаще всего это манипулятивная роль. То есть игровая роль жертвы, не социальная роль жертвы, а игровая чаще всего роль жертвы с таким хорошим манипулятивным компонентом. И с очень твердыми рентными установками. Потому что когда мы говорим о социальной роли жертвы,
там рентные установки чрезвычайно слабые, потому что человеку специальной роли жертвы, роли аутсайдера, не очень-то приятно пребывать в этом аутсайдерстве. И он мотивирован на изменения. И самоизменение, да, дабы выскочить из этой роли, потому что она довольно болезненна. А вот что касается игровой роли жертвы, вот здесь как раз-таки все хорошо. Человек обучается манипулировать ближайшим окружением, он становится таким властным, вот, весь мир вращается вокруг него, и он с этим миром делает то, что ему заблагорассудится на самом деле. Да? Вот, поэтому здесь вот важно установить как раз эти партнерские отношения и не только с самим человеком. Здесь необходима работа и с ближайшим окружением, потому что зачастую как раз эти ближайшие окружения вот ту самую медвежью услугу как, и оказывают. Мы работаем, психологи, реабилитологи, на то, чтобы он вышел на ступеньку «я сам», а семья, да, работает в обратном направлении. И получается, мы делаем шаг вперед, и человек делает в своем развитии два шага назад. Шаг вперед, два шага назад. И таким образом остается на месте. Да, вот, к сожалению, так очень часто происходит. Вот. И следующий этап, который относится как раз к четвертой ступени, это принятие, адаптация к новым условиям жизни. Вот он уже принял, что он утратил, да, принял, пережил до конца. И здесь задача адаптироваться к новым ситуациям. Здесь очень важно направить человека на качественную перестройку жизни, переоценку ценностей, что было ценно раньше, теперь перестало быть ценным, на первый план выше других ценностей, вполне возможно такая трансформация. Здесь необходима работа со смысловой сферой личности и, безусловно, необходима работа с личностными ресурсами. И одним из личностных ресурсов является, конечно же, жизнестойкость. И не просто жизнестойкость, а жизнестойкость и жизнетворчество. Жизнестойкость порой недостаточно. Да? Важно уметь еще и выходить на более высокий уровень, то есть уровень автора своей собственной жизни, вот как это с Ником Лучичем, да, человек сделал свою жизнь, да. Более того, он счастлив, он имеет то, что не имеет порой обычный человек, да, с руками, ногами. Вот, пожалуйста, человек – автор своей собственной жизни. Так, вот по этой части, дорогие коллеги, есть ли вопросы? И у нас осталось еще полчаса, мы попробуем... Да, совершенно верно. На данной ступени возникает знание о своих возможностях. Самое главное, чтобы оно возникло. И если мы будем грамотно организовывать процесс реабилитации, включая всех участников взаимодействия, это произойдет гораздо быстрее, конечно же. Да? Хорошо. Значит, я не буду... Сейчас у нас только полчаса осталось, поэтому я сейчас... Дам вам такой маленький практикум, я его очень люблю, поскольку он помогает разобраться со своей ситуацией и на примере, да, и помогает такая техника, скажем так, да, которую можно использовать для того, чтобы человек как бы поставил свою ситуацию трудную жизненную на ладошку и более детально ее рассмотрел. Вот давайте в качестве примера возьмем следующий вопрос. Вы, да, возьмите, пожалуйста, тетрадочку, либо там листочек какой-то, несколько листочков вам понадобится и ручка. Это небольшой организационный момент. Несколько листочков и ручка. Значит,
Первое, что вам необходимо сделать, это напишите, пожалуйста, ничего озвучивать не надо, просто напишите для себя вверху, да, какую-то трудную жизненную ситуацию, которую вы здесь и сейчас хотели бы вот прямо сейчас за полчаса отработать, понять ее для себя. Озвучивать ничего не придется, вы будете работать на себя любимых. Просто честно напишите трудную жизненную ситуацию, с которой вы столкнулись, или когда-то сталкивались, не до конца проработали, либо сейчас прям столкнулись. И вы хотите ее рассмотреть, возможно, где-то что-то понять о ней. Да, конечно, решить за полчаса не всегда возможно, но что-то понять, поставить, положить ее, как я говорю, на ладошку, да, и рассмотреть ее, и что-то осознать в ней, вполне за полчаса можно. Готовы? Теперь на другом листочке, или прямо на этом сразу можно, на этом же, да, начертите, пожалуйста, такую, сделайте, изобразите колонку, ну, да, наверное, столбик, там видно, нет? Так. Обычный такой столбик с 10 делениями. Столбик с 10 делениями. Не очень видно, но ничего. Столбик с 10 делениями. То есть эту колонку, этот столбик, поставьте по вертикали, изобразите вот по вертикали, и 10 делений нарисуйте быстренько на ней. То есть от 0 до 10, серединку пометьте 5. И напишите, подпишите этот столбик внизу. Субъективная трудность ситуации. Или просто трудность ситуации. И отметьте, пожалуйста, кружочком либо крестиком на этом столбике, насколько эта ситуация, которую вы сейчас для себя написали, трудна для вас. Насколько она трудна для вас. Это может быть 5, 6, 7, 8, 2, не знаю. У каждого свое. Просто для себя отметьте. Точно такой же столбик рядышком. Значимость он будет называться. Точно такой же столбик рядышком с 10 делениями изобразите. Шкала значимость. Первая трудность, насколько трудна ситуация. Вторая шкала будет называться значимость. Вторая шкала называется значимость. То есть вы задаете себе вопрос, насколько эта ситуация значимо для вас. И изобразите, пожалуйста, отметьте, насколько баллов она у вас значима. Пусть это будут баллы, десятибальная шкала будет. Насколько она значима. Еще одну колоночку рядышком, еще один столбик. Тоже 10 делений быстренько. Молодцы, хорошо работаете. Насколько она стрессогенна? То есть подпишите столбик, это столбик стресса. Насколько эта ситуация стрессогенна для вас? И отметьте, пожалуйста, крестиком, кружочком, как хотите, уровень стрессогенности этой ситуации. То есть насколько она дает вам стресс, приносит вам стресс, напряжение вот такого. Дальше, следующий столбик. Прогнозируемость он будет называться, точно такой же, 10 делений. Называться он будет прогнозируемость. Прогнозируемость ситуации. Тоже отметьте, пожалуйста, для себя
уровень прогнозируемости, то есть можете ли вы ее прогнозировать, и насколько вы ее можете прогнозировать, на 5 баллов, на 10, на 8, на 9, не знаю. Так, у нас 4 колонки. 5-я колонка. Подконтрольность. Подконтрольность ситуации. Подконтрольность. Насколько она для нас подконтрольна. И тоже отметьте крестиком, кружочком степень подконтрольности. То есть, насколько я ее контролирую. Проще если задать вопрос, насколько я контролирую эту ситуацию. Насколько я контролирую эту ситуацию. Теперь отметили, да? Теперь возьмите еще один листочек. Еще один листочек. Вверху подпишите «Мои возможности». И изобразите, так, штук 5 вот таких колонок с 10 делениями. Это будут ваши возможности. Первая колонка – это будут физические возможности, мои физические возможности. По 10-бальной шкале оцените мои физические возможности для преодоления этой ситуации. Сколько их у меня? Оцените, пожалуйста, их по 10-бальной шкале. Меня слышно? Ответьте, пожалуйста, в чате. Ага, хорошо, работаете все, да? Молодцы. Итак, первое, мои возможности, первая возможность – это мои физические. Дальше, психологические возможности. Психологические возможности. Отметьте, сколько у вас их. Отметьте количество по 10-бальной шкале. Так. Количество психологических возможностей по 10-бальной шкале. Дальше интеллектуальные возможности, следующие. Интеллектуальные возможности, следующая колоночка из 10 шкал, из 10 делений. Сколько у вас интеллектуальных возможностей для решения этой ситуации? Дальше моральные возможности. Тут можете любые себе колонки рисовать, временные, любые колонки, вот сколько вы хотите возможностей личностных, да, столько вы можете их, вот этих колоночек нарисовать. У каждого может быть свой запас возможностей, возможно, я что-то упустила. Ну, самое главное, это, конечно, физические, психологические, интеллектуальные, моральные, временные, какие там еще могут быть. В чате напишите, какие еще могут быть возможности, это будет подсказка для всех остальных. Подпишите эти колонки и пометьте крестиками везде, где сколько у вас этих возможностей, где и сколько. Экономически замечательно, я все время о них забываю. Ой, молодец, Инна, творчески, отлично. Как-то я про творчески забыла тоже. Да, творчески. Еще, дорогие коллеги, еще в чате подсказочки для себя и для коллег. Вот этот вот новый листок, он будет социальные, да? Социальные возможности. Правильно я поняла? Угу. Хорошо. Вот этот второй листочек, он на втором. Так, поддержка близких. Коммуникативные отлично. Поддержка близких. Пусть будет хорошо. Коммуникативные отлично. Вот этот второй листочек, он так и будет называться. Временной я уже называла, это тоже хороший ресурс. Он будет называться «Мои возможности для преодоления этой трудной жизненной ситуации». Можете даже ситуацию себе прописать. Да? И везде 10-бальная шкала, эмоциональная, отлично, эмоциональная, хотя их можно включить психологические, но можно и выделить, как эмоциональная, отлично, работаете, молодцы просто, молодцы.
Так, теперь, пожалуйста, проведите, пожалуйста, такой анализ. Посчитайте, пожалуйста, сколько у вас ресурсов, вот сложите все баллы и поделите на эти колонки, сколько у вас этих колонок получилось. Высчитайте среднее арифметическое, сколько у вас ресурсов. Высчитайте среднее арифметическое. Среднеарифметическое по собственным возможностям для преодоления трудной жизненной ситуации. И вернитесь к первому листочку, там, где у вас трудность, значимость, стрессогенность, прогнозируемость, подконтрольность. Потери я забыла еще. Потери там, или я называла потери. Потери не нужно. С потерями мы по-другому. Не надо. Потери не пишите. Так, по возможностям все понятно. Но здесь по трудностям. Это трудность. Насколько она трудна, насколько она значима, насколько она стрессогенна. Вот прогнозируемость, подконтрольность тоже. Там она может быть непрогнозируемой. Так, стоп, нет. Только трудность, значимость и стрессогенность. Вот эти три колонки. Сложите, пожалуйста, баллы и поделите на три. Только три. Значит, трудность, значимость, стрессогенность. Поделите на три этот балл. Вот у вас, так, все успеваем или еще подождать нужно? Ответьте, пожалуйста, можем ли анализировать, либо анализировать то, что у нас получилось, или нужно подождать? Можно. Вот посмотрите, пожалуйста, что у меня, да, вот там, где трудная значимость, стрессогенность, подпишите, что это забирает мои силы. А вот там, где возможности, это дает мне силы. Дальше, вот у нас осталась прогнозируемость и подконтрольность. Да, вот две таких колонки, они как бы занимают такое промежуточное значение, да, место. Прогнозируемость, подконтрольность. Как же с ними-то поступить? Так, вроде как это можно, наверное, прогнозировать подконтрольность. Давайте-ка мы прогнозируем возможность прогнозирования и возможность контроля над ситуацией. Но нельзя их отнести, наверное, в возможности в чистом виде. Они, может быть, такие мета-ресурсы, промежуточные, да, какие-то такие ресурсы, тоже сложите и вычислите среднее арифметическое по прогнозируемости и по подконтрольности. Это будут дополнительные, вот, это будут дополнительные ресурсы. Прогнозируемость, подконтрольность. Вот у нас три цифры получилось, да? Значит, первое – это то, что забирает у меня силы, и два других – то, что дает мне силы. Да? Одно число по возможностям в чистом виде, а другое число прогнозируемость, подконтрольность – это дополнительный мой ресурс, назовите это так, дополнительные мои ресурсы.
И вот посмотрите, чего у вас больше теперь. Насколько эта ситуация для вас сложна. Где у вас ресурсы, где самый сильный ресурс? Вы это можете сделать самостоятельно. Обычно это можно сделать. Кстати, это можно использовать при работе с клиентом на ступени, где подключается когнитивная переоценка ситуации, где наступает стадия понимания происходящего. Раньше это включать довольно сложно. Не каждый может продвинуться в такой работе быстро, хотя она довольно такая очевидная, наглядная работа, да? Такая работа простая по когнитивному оцениванию трудной жизненной ситуации, либо своих потерь, связанных с ситуацией, она помогает более трезво, более реально посмотреть на то, что со мной происходит, и более того, понять свои ресурсы, почувствовать их, увидеть их, вот они в этих столбиках нарисованы, да. Можно для этого привлечь цветные карандаши, краски, то есть элементы арт-терапии, все это сделать красиво, и так, чтобы человеку действительно просто посмотрел на самом деле, что есть сильного в нем. А методика называется когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации. Я ее привожу с книги «Психология жизнестойкости», в учебнике «Психология жизнестойкости». Я ее очень люблю, эту методику. Правда, там нет подсчета, это я только сейчас придумала про подсчет, тут можно высчитать все эти арифметические. Кстати, у кого получилось больше число по ресурсам, что дает мне силы вот по этим количественным измерениям? Да, вот подсчет-то и нагляден. Да, конечно. Ну, это я только сейчас с вами придумала. Вы хорошая, дружно работающая группа. Слабенький ресурс в чем, Ольга? Ситуация сильнее оказалась, да? А, на 1 балл это не считается, а дополнительный ресурс. А дополнительный, так, больше, ну, на 1 балл. Что больше на 1 балл? Посмотрите, пожалуйста, чего больше, что с дополнительными ресурсами, вот этими двумя колонками происходит, насколько они сильно выражены. Тоже, то есть, проведите такой для себя анализ. И найдите самый сильный ресурс, что у вас есть такое, вот, самый сильный ресурс, ярко выраженный там до 10 баллов, 9, может быть, 8, да, у кого, как по-разному, это может стать вашим ключевым ресурсом. Вот, кстати, сейчас выделите, пожалуйста, свой ключевой ресурс, что у вас самое сильное. Интеллектуальные возможности, психологические, физические, финансовые, какие, что самое сильное, просто выделить это каким-то красным цветом. О, кто-то отметил терпение. Да. Вот что вы не писали, Елена Ивановна, Ярославцева, ЕИ. Елена Ивановна, наверное, не писали нам про терпение. Наверное, многие взяли бы это за ресурс, но, собственно говоря, можно добавить этот такой психологический фактор в качестве ресурса, да? Я думаю, у многих, так, моральный у кого-то, отлично. 8-8-8. Так, можно с ними, с этими колоночками еще как-то творчески поработать. Вы люди очень творческие. Поэтому вы можете их объединить, как-то систематизировать, выделять какие-то, сделать другую классификацию и работать с ними, играть с этими ресурсами, то есть возможностями и с тем, что забирает у меня силы. Так, количество ресурсов будет зависеть от времени отдаления от ситуации. У меня ведущий интеллектуальный, отличный интеллектуальный ресурс, один из самых мощнейших ресурсов, потому что он хорошо помогает прийти, довольно быстро помогает прийти к инсайту, да, интеллектуальному инсайту, и помогает работать с эмоциями. Угу.
с эмоциями помогает проработать вот эту довольно сложную проблематику, когда человек эмоционально весь в ситуации, весь в трудности, он просто в своих эмоциях погружается в них и не знает, как из них выкарабкаться. И здесь интеллектуальный ресурс очень хорошо срабатывает, как правило. Так, хорошо. Два сильных интеллектуальные и творческие. Ну, это вообще супер сочетание интеллект и творчество. Это просто супер сочетание. Это сочетание ресурсов, которые характерны для большинства, для всех гениев. Не для большинства, а для всех гениев. Это просто гениальное сочетание интеллект и творчество. Так, еще можете поделиться своими наработками, что у нас получилось, что посчитали, как соотнеслись ресурсы, как соотнеслись те факторы, которые забирают у вас силы с ресурсами, соотношение вот это, чего сильнее, чего больше. 8-4-1. Так, не очень понятно. 8 это что, 4 это что и 1 это что. Так, психологических, моральных больше всех. Отлично, Светлана. Так, смотрите, пожалуйста, название методики. Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации. Она дана в моей книге, которая называется «Психология жизнестойкости». Наберите в поисковике. Правда, ее скачать... А, нет, можно ее скачать. Там стоимость, по-моему, скачивания чисто символическая 200 рублей. У меня тоже не было запасного варианта в библиотеку. Вот, так, интеллектуально-физический, отлично, Анна. Дисбаланс в сторону негатива, Лада. Смотря какого негатива, с этим можно поработать. В сторону негатива, связанного со значимостью, либо со стрессогенностью, либо с трудностью, с чем. И ключевой ресурс, их нужно проработать и посмотреть, что с дополнительными ресурсами у нас. Так, хорошо, то есть есть над чем работать. Психологически у Александра отлично. Соцподдержки ресурс забыть, да, ну кто-то говорил о соцподдержке, вы, наверное, изображали это в качестве ресурса тоже, социальной поддержки, почему бы нет. Так, берет силы, дает силы, дополнительный ресурс, это, так, высшее, я уже не помню, 8, берет силы, да, 4 дает силы и дополнительный ресурс, ну хорошо, 4 плюс 1, 5. 8 против 5 уже неплохо. Так. Ну, берет силы, конечно, больше у вас эта ситуация, но попробуйте, ну, видите, имя, отчество, не знаю, Волк, МИ, попробуйте найти ключевой ресурс, самый сильный ресурс, какой у вас. Вот он может вытащить все остальные. Ключевой ресурс, как правило, тащит все остальные за собой. Так, 8 берет, ага, возможности, 4 и плюс дополнительный ресурс. Ну, здесь 5 дополнительных и 8, да, я поняла. Сильный интеллектуальный, но стрессогенный силика. Ну, при помощи интеллектуальных ресурсов можно справиться со стрессогенностью, со стрессом, да? Так, хорошо, отлично. Вот такая техника, она, конечно, еще не полностью нами закончена. Давайте, у нас тут 2 минуты осталось в эфире. Давайте последнее, это вам будет домашнее задание. Возьмите еще один листочек, пожалуйста, разделите на 2 колонки. В одной колонке напишите «Мои потери». В связи с этой ситуацией, ну, такой-то ситуацией, именно с этой ситуацией, да, мы с ней работаем. А во второй колонке напишите «Мои приобретения», которые, или что дает мне эта ситуация, «Мои приобретения в связи с этой ситуацией». Вам нужно хорошо
проработать эти две колонки и написать не менее 10 пунктов каждой. Не менее 10 пунктов каждой. То есть, проще говоря, что дает эта ситуация, что она у меня забирает. Там, где мои потери, что забирает эта ситуация у меня, или забрала эта ситуация у меня. Там, где приобретение, что она мне дает, что дает мне эта ситуация. Очень важно, чтобы эти пункты, которые вы будете вписывать, не повторялись. Вот там вы найдете для себя ответ на ваши вопросы относительно, как эту ситуацию преодолеть, потому что там, возможно, придет более четкое осознание, так называемый инсайт того, почему эта ситуация для вас, да, для чего она нужна, почему так много сил она у меня забирает, у кого особенно ресурсов мало, да, то есть это более такая детальная проработка на осознание вот этой ситуации, зачем она вам нужна, что она вообще, для чего она мне преподнесена жизнью в качестве урока такого, да. Так, если меньше 10 пунктов, нужно работать, чтобы их было 10. Конечно, это очень сложная задача, особенно если поставить еще условия, что каждый из пунктов не должен повторять предыдущий. Мы сами для себя являемся манипуляторами и иногда обманываем себя и под завесой разных слов можем одну и ту же мысль озвучивать. Да? Вот постарайтесь, чтобы этого не было. Вот. И таким образом вы окончательно для себя проработаете, дадите вот такую когнитивную оценку трудной жизненной ситуации, которая с вами произошла, и у вас это будет такая палочка-выручалочка для проработки вот этих ситуаций. Да, это много, безусловно, потому что мы же сотканы из многочисленных качеств, характеристик. Да. Угу. Можете некоторые ресурсы или шкалы объединять, пожалуйста. Наоборот, можете здесь ваше авторство, понимаете, ваше авторское право. Вы выступаете уже как автор творчески с этими колоночками, которые мы выбрали условно. Они условно, эти колонки. Возможно, кому-то они не подходят, кому-то они не нравятся, да? У кого-то есть другая мысль, как можно выразить отношение к этой ситуации, либо как ее переработать по-другому, иначе. Поэтому, пожалуйста, вы как автор уже можете варьировать в этом многообразии. Самое главное, вы получили вот такой скелет. Да? Так, ну что, что-то сейчас-то все куда-то исчезло. Не знаю, куда оно все исчезло. Наверное, время наше истекает, уже 2 минуты, как мы перебрали время, да? Спасибо вам большое за работу. Значит, я поработаю с презентацией для того, чтобы она была для вас доступна. Я надеюсь, что вам сегодняшняя информация была интересна и пригодится. Не просто же мы так с вами разбирали какие-то моменты. Самое главное, чтобы она была практико-ориентированная, да? Спасибо вам большое за участие. Ждаем у нас круглый стол такой, инклюзивное образование незрячих студентов. Понедельник, да, это будет, а воскресенье у нас? Нет, воскресенье должно было быть. Про жизнестойкость. Еще Щербакова будет. Ну, мы сейчас еще уточним, некоторые могут быть изменения из-за того, что Щербакова сегодня, Анна Михайловна, не могла. Вот, но у нас еще впереди много интересных мероприятий. В 29-м все это наше не закончится, выдадим удостоверение. Ну, кто пожелает, мы продолжим.
тоже наше общение. Кроме того, посмотрим, может быть, посмотреть, какие зачеты, экзамены наших студентов. Мы, преподаватели, согласятся, интернет-конференция наших студентов по, на основе проектов, курсовых работ спланируем. То есть мы сейчас уже не в Ялте, мы продолжим наше общение. Дружите с нами, скучно не будет. Всего наилучшего, до новых встреч, до завтрашней встречи, до свидания.